Невялікія прадметы побыту і вялізныя скульптуры. Лоеўскі майстра Сяргей Вінічак у сваёй майстэрні стварае сапраўдныя драўляныя шэдэўры. З рамеснікам сустрэўся Дмітрый Котаў. Разьба по древе для лоевского майстра была просто захоплением. Профессийно займаться ремесленством Сергей Винничек начал несколько годов тому. Протяглый час подорожничал по Ивановской и Тульской областях России, где знакомился с работами мясцовых майстров. Это и стало отправной кропкой у творчести. В Российской Федерации общался с людьми и увидел, что они делают такое. Посмотрел, как это делать. Немножко перенял опыт. Что-то свое придумал. Как таковое все из дров. Все из дров, пиломатериал, который часто идет в отходы. Перед тем, как выразить выраб, Сергей Винничек разглядает драунину с усих боков, спробующий вылучить задуманный образ, уличивая текстуру, шильность, колер материала. Разец вельми докладно отпрацовывая скульптурную форму, незалежно от породы древа. Мне одинаково с любым. Меня много кто спрашивает, какое лучше. Все оно одинаково, главное приятно. Это для души. Оно, конечно же, где-то тверже, где-то есть груша твердая, ясень тот самый твердый. Но если есть какая-то работа, то уже приятно. С любым деревом можно работать. Это не раньше, как было обыкновенным резцом. Мучаешь его, все догоняешь, доводишь. Сейчас инструментов хватает, вот они. Ассортимент уже есть, все можно, все делать. У майстерни рамесника незвычайные нарыхтовки и каршаки готовы и у процессе перетворения, а так само шматлики инструменты, с допомогой яких Сергей Винничек створяет соправдные творы мастерства. Дарэчы, свою майстерню, якой проводить практично увесь вольный час, сбирал больше за 10 годов. Для начала построил стены, потом потихоньку начал это все собирать, комплектовать, где-то что-то по ходу, кто-то... Родственники дарят подарки, вот инструменты, то струбцину, то еще что-то соберутся. Занимаешься, вот тебе такой подарок. Есть инструменты, которым уже более 40 лет. Это обыкновенный рубанок, но он еще прадеда. Но он покуда крепкий, рабочий. Для рамесника нема складанных задач. Ён однольково добра створая маленькие лыжки и вялизные будинки. Потребны только расходные материалы и час. Беседочка. Чуть больше месяца прошло. Сроки мы сделали. Ну, все постепенно. Низ сделали. Покуда подсохло, обработало. Потом кричало, это все своеобразное. По такому домику тоже в районе... От 2 недель до месяца это все можно сделать. Як и каждый творчий человек, Сергей Винничек имкнется и далее отточивать свое майстерство, а так само популяризовать уластную продукцию. У планах будовництва специального навеса каля дома, как была махчимость, практично круглый год проводить мини-выставы. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Злоева.